Друзья, друзья, здравствуйте, друзья. Это снова я. Я знаю, что нельзя пропадать. Я пропала, я появилась. Ничего не изменилось, кроме цвета волос. Так вышло. Меня зовут София. Я парозависимый человек. Я рассказываю о своей жизни, о своих ольфакторных каких-то переживаниях, и я знаю, что сейчас уже середина февраля, а я-то собралась рассказывать о январских парфюмах. Я опоздала, ну вот простите, 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 но мне интересно зафиксировать январские ароматы, потому что хотелось бы потом через год пересмотреть видео, дай бог здоровья всем нам, и сказать, ну вот, вот это изменилось, вот это не изменилось. Какие-то парфюмы я разнашивала, и это требует отдельного разговора. Я решила, что я вот о разнашиваемых ароматах, которые я вот так время от времени наносила на себя и прислушивалась, и пыталась сделать какие-то выводы относительно этих парфюмов, я об этих парфюмах сейчас рассказывать не буду. Буду говорить только о том, что абсолютно точно присутствовал вот постоянно в моем таком ольфакторном мире январском. И условно мы можем разделить эти парфюмы на две группы. Это шипры и не шипры, какие-то древесные ароматы. В свою очередь, все ароматы можно разделить на праздничные какие-то ароматы и ароматы, которые меня защищали от разных воздействий плохих. Начну в любом случае с январских праздников, и я начну с Мажинуар. Я начну с Мажинуар, и я хочу сказать, что я рада, что я наконец-то дозрела до шипров. Я вот выросла в своем-то возрасте, господи. И я доросла, я созрела, я осознала, и я полюбила шипры. И теперь меня не пугает самый-самый старый бабушкин сундук, бабушкин шкаф и все вот эти вот страшилки про шипры. Они меня забавляют, и даже наоборот, чем старее сундук, тем милее сундук. Мажинуар для меня праздник. Сейчас объясню. Я все объясню. Я человек не пьющий в силу разных причин, но Мажинуар для меня это про шампанское. Не значит, что там запах шампанского. Это такое праздничное настроение с праздничными пузырьками, которые вот бодрят, веселят и говорят о том, что праздник наступил. В метафорическом смысле этого слова. Поэтому, когда вот праздничное настроение хочется себе создать, дорисовать или подтвердить это праздничное настроение, вот Мажинуар прекрасный для меня вариант. И уже не первый раз работает идеально. Второй такой вот празднично-солнечный, я подчеркиваю это, парфюм, это Шергея Сержа Лютена. Я уже рассказывала как-то о Шерге. Шерге для меня история про сказку, история про метаморфозы. Я говорила, что я представляю себе алхимика, который взял там какие-то вещества, чего-то намешал, получил золото, и это золото блестит и переливается, и вышло солнце. И все это освещает. Солнце в наших краях мало, ну или нет, скажем откровенно. Редко-редко бывает, чтобы было солнце. Вот у меня вместо солнца часто шерги. Это гениальный аромат. Я рада, что лютен на меня садится. Да, вот все говорят о том, что он выбирает, ну, парфюм, выбирает своего человека. И вот спасибо, спасибо. Сергей абсолютно точно меня выбирает. Я, кстати, вот сейчас поймался на мысли. Конечно, лютеновские парфюмы, они минорные. Сергей нет. Сергей нет. Для меня это, наверное,
единственный, я еще подумаю об этом, но вот, по-моему, это единственный парфюм, который звучит мажорно. Ну, вот как-то мне так кажется. Следующий аромат уже про защиту. Были разные, знаете ли, ситуации в январе и не очень приятные ситуации, когда мне нужно было защитить себя, пожалеть, ну не пожалеть себя, а каким-то образом отгородить себя от неприятного, от плохого, от разрушающего. И на этот случай у меня есть два абсолютно не похожих друг на друга парфюма. Первый – это Estee Lauder Knowing. Это, наверное, первый злой шипр, который меня абсолютно влюбил в себя. И я вот планирую рассказывать о моих парфюмерных «я», о моих парфюмерных «мы». Я расскажу о нем. Я понимаю, что он злой. Ну, мне так кажется, ну, какой-то вот такой он кусачий, он с зубами. Я понимаю, что он резкий, и мне это в нем очень нравится. Когда я понимаю, что ситуация может быть такой, что вот, ну, даже слезы могут выступить, мне нужен этот парфюм. Он такая вот охранная грамота для меня. И, честно говоря, вот при всех тех каких-то гадких, мерзких или просто напряженных, требующих собранности ситуаций, Knowing меня держит, он меня собирает. Есть еще несколько ситуаций, где вот я понимаю, что это грустные ситуации, печальные ситуации, но я должна в них войти и должна прожить какие-то вот переживания. Тогда абсолютно точно Knowing, потому что я знаю, что с грустью вот такой я смогу справиться, он меня соберет и не даст мне развалиться на кусочки. У меня есть дубль. Есть дубль. И последний аромат про защиту. Это Амбер Султан. Амбер Султан. Я задумалась, потому что мне казалось, что я отпила больше, но я отпила вот столько за три, наверное, месяца. Ну, при том, что это не единственный парфюм, это, ну, в общем, у меня тестер, но не важно. Амбер Султан я активно использую, чтобы защитить себя от внешнего мира. Если Estee Lauder Knowing – это такая кусачая защита, такая вот зубастая, не подходи, то Амбер Султан – защита мягкая, но при этом не менее надежная. Амбер Султан обнимает и говорит: ничего не бойся, ничего не бойся, я с тобой, я тебя согрею, ты улыбнешься. Вот предыдущий парфюм все-таки это не про улыбнешься, это про то, что ты поплачешь, но слезы высохнут и ты пойдешь дальше. А Амбер Султан про ту защиту, которая защита нежная. Это про объятия дружеские, объятия материнские. Это мудрый друг, который обнимет, который поможет, который нальет себе чашку чая и сядет рядом с тобой и скажет: ну давай, рассказывай. Рассказывай, и даже если вы начнете разговаривать, и сначала будет грустно, то потом вы поймете, что настроение-то изменилось.
настроение изменилось, уже и веселые темы какие-то начались, и все уже не так печально, не так страшно. Амбра Султан – это история про защиту. Мне очень нравится цвет, вот этот вот какой-то глубокий коньячный. Там тоже растворили солнце, и это тоже аромат про трансформацию. То есть вот он садится, и он развивается, и он достаточно долго держится. Собственно, из всех ароматов, если мы говорим про стойкость, то, наверное, быстрее всех слетает мажинуар, что абсолютно не в минус этому парфюму. Все остальные на целый день можно там как-то обновить, но совершенно точно не потребуется какого-то другого парфюма наносить. Такой был январь. Поживем, увидим, сравним через год. Берегите себя, друзья мои, хорошего вам.